Хочу сделать мастер-класс, как готовить вафли. Значит, вот такая вафельница. Значит, мы берем заготовку теста, заливаем бокальчик теста, выливаем его сюда. Закрываем и ждем. Вот также кленовый сироп, всякие добавки, сливки и так далее. То есть полно всего. Вот оно 2 минутки готовится, жарится, слышите? Потом будем есть. Вот это плавленый сироп. Все, готовы. Вот это плавленый сироп, вот это. И кто хочет, вот это. Вот так вот они выглядят. Сейчас это мы их достанем. Масло обычное, круглое. Все, вафли готовы. Все, вот так выглядит завтрак американского туриста. Ну что, ребят, нормально, Wi-Fi на всех хватает? Да, да, наконец-то решили вопрос. Все, ну просто у нас мы... бензин экономим, пока ездим на одной машине. Вот, то слишком большой расход у нас получился. Серега там газ нажимает сильно. Машина жрет нещадно. Да. Сколько у нас здесь? 11? Больше. Кому комфортнее всех, признавайтесь. Я 2 нелегалов еще взял. Да. Поднимаемся, вот наклон. Машинка тянет, тянет, тянет. Вот так вот мы подъезжаем. И сейчас... знак стоп. Останавливаемся. Главное не покатиться назад. Представляете, как тут во время гололеда ездить? Может быть, именно поэтому в Сан-Франциско нету зимы. Сейчас пойдем вниз, да? Сейчас мы пойдем вниз, да. Так, у нас все пристегнуты. Это не имеет значения. Впереди океан. Наоборот, это хуже. Надо отстегиваться и приоткрыть окна. Тут легко так пару штук сделать. Да, вот так подъезжаешь. И не видно дна. Хоп-хопа. Вот наклончик. Вот машины припаркованы, видите? Нормально. Еще одна достопримечательность Сан-Франциско. Это Ломбард-стрит. Здесь настолько крутой спуск, что его сделали змейкой. И ты едешь вот так вот, по ней спускаешься. Так это выглядит с точки зрения водителя. Главные ворота, южный вход, ворота дракона. Вот здесь начинается Чайнатаун, вот такие магазины. Ты что тут была? Давай расскажи, почему ты не купила себе сувениров? Ты я купила. Штук? Купила? Да, конечно. А сейчас что хочешь покупать? Их никогда не бывает много. Так, здесь у нас магазин со шмотками. И очень типичные сан-францисканские сувениры. Это котики и драконы. Да, конечно, правда? Да. Все жители Сан-Франциско с такими котиками ходят, живут. Ну, если они китайцы. Кстати, один из множества магазинчиков китайских в Чайнатауне. Выбрать себе... Че? Какую-то массажерку за кукол. Или фигурку Ганеша. А может еще и решишь... себе. Может быть, решить купить меч? Настоящий деревянный меч. Как-то вы скупо эмоциями делитесь. Подожди, еще придет когда осознание. Ладно. Что мы потеряли, да? Надо вина, да, накатить, да, чтобы пошло лучше. Сейчас, может, она вот где, в минивэне? Да. Ну все, сейчас пойдем. Евгения! Ваше впечатление? Все. Впечатление от Сан-Франциско? Делитесь. Мой вообще обалденный. Такой душевный город, на мой взгляд. Так. А максимально природный, да, вот эти парки, да, вот это море. Выход эмоций пошел. И такая красота, и такой, ну, такой уютный, такой вот весь прям...
прелесть они. Я вас посажу на трамвай, вы едете до конечной, там выходите, я вас там подбираю. Все очень просто. А ты как бы на... А я поеду на машине, за машиной, и на машине приеду туда. На конечной ждете. На конечной? На конечной ждете меня, да. Ну, или я вас, скорее всего, буду ждать. А конечная до где же работает? $7 билет. Да, тут ходят два маршрута, сейчас наш, если приедет, то мы в него сразу садимся. Самое крутое — стоять пешком, держась за перила. Встретимся на последней остановке, да. Да, хорошо. Снимайте из трамвая. Вот так, да, самое крутое — так стоять. Пока. Так, кто-то уже приехал на трамвае. Выбирают картины, все стоят. Сейчас я их возьму, и мы поедем кушать. Ну что, искусствоведы? Давно приехали? Минут 5-7. Ну, супер. Ну, пойдемте. How was the tram? Good. Nice? Good. Понравилось тоже? Мы внутри сидели, then we went outside and sat there, and then I extended as well. Like that. Okay. Пожалуй, одна из самых важных, самых известных достопримечательностей Сан-Франциско – мост Golden Gate. Мы находимся сейчас на точке Fort Point. Вот это форт бывший. Вот вокруг него и на нем стоит Golden Gate. Сейчас мы поедем вон туда, вон на ту точку, за него. Новая точка зрения на Golden Gate сверху. С точки, которая называется Hawk Point. С высоты птичьего полета. Этот замечательный красный мост. Значит, мы пришли в один из самых крутых ресторанов Сан-Франциско. Bowden Cafe называется. Здесь пекарня есть. Пока мы ждем столика, есть небольшой тур по этой пекарне. То есть можно посмотреть, как они делают хлеб. Они сами хлеб пекут. Они известны изначально были тем, что они пекарня. Вот, и сейчас мы это посмотрим. Вот такие всякие штуки. История Сан-Франциско, как он строился. Тут можно пробовать хлеб. Хлеб в виде крокодила, краба, омара и тому подобные вещи. Вот здесь туман Сан-Франциско. Игра. Да, быстрее собирай хлеб, а то он подгорит. После этого хлеб вообще не захочется есть. Так, это у нас что? Ну, как они называются? Лактобактерии. Ничего себе. Вот это вот вы едите каждый день. Пришли в самый крутой ресторан. Заказали все клэм чаудер, похлебка. Ну что, давай. Первая проба. Давай эмоцию. Уже не первая. Так, уже не первая. Все, ладно, давай. Ты не пробовал еще? Нет, пробовала. Как тебе? Говори. Вкусно? Да, необычно. Нам еще не близко. Меня в этой стране не кормят. Бери мой. У тебя большой, маленький? Я маленький. Так, вот всем на память. Вот так вот называется вино, которое всем понравилось. Белый Зинфандель. Калифорнийский. А тебе понравилось пиво, да? Да. Тоже местное? Да.